Создать качественный контент. В Кустанае для пресс-секретарей государственных учреждений организовали тренинг. Занятия продлятся 2 дня. На семинаре выступят ведущие специалисты медиасферы. Они расскажут об основах и последних трендах мобилографии. Подробности в нашем материале. Сегодня рабочий процесс журналиста сложно представить без смартфона. Небольшое устройство вмещает в себя как диктофон, так фото и видеокамеру. В стремительно развивающейся медиасфере умение правильно пользоваться современными технологиями для представителей СМИ особо важно. Знать азы мобилографии и научиться делать качественный и интересный контент – главная цель тренинга. В обучении приняли участие пресс-секретари региона. Этот проект реализуется по заказу Управления общественного развития Акимата Кустанайской области. Выполняет его общественный фонд «Жанаш Арбол», а Союз журналистов просто является партнерами данного фонда, поэтому мы к этому имеем отношение. Если первый день будет посвящен мобилиографии полностью, то второй день будет посвящен составлению пресс-релизов, копирайтингу, как работать с текстом. На тренинг приглашен один из лучших специалистов медиасферы страны – Марат Садыков, журналист с многолетним опытом работы. В ходе мероприятия эксперт показал, как создается мультимедийный контент. Также рассказал о креативных решениях съемки видео и его монтажа. Возможно, что тут нет людей, которые специально учились на фотографа, на оператора. Это нормально. Чаще всего там функции пресс-службы возлагают на каких-то специалистов. Естественно, что у них нет таких навыков. Возможно, что после этого тренинга они смогут улучшить качество своих фотографий с точки зрения кадра, композиции, вообще сторителлинга. Семинар продлится 2 дня. В ходе мероприятия участники узнают, как использовать искусственный интеллект для оптимизации работы. Кроме того, пресс-секретарям расскажут об основах копирайтинга. Отметим, что в обучении приняли участие около 50 пресс-секретарей из различных государственных учреждений области. Это очень важная и полезная информация для специалистов этой профессии. Как сделать интересный кадр, как правильно настроить экспозицию в камере смартфона, креативные решения в съемке видеомонтажа. Узнали о новых приложениях и современных технологиях. Новые знания и навыки участники тренинга теперь будут использовать на практике, а по окончании семинара им вручат специальные сертификаты. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.